В минувшие выходные в одном из кинотеатров города состоялся предпремьерный показ фильма «Коробка» режиссера и сценариста Эдуарда Бардукова. У каждого, как заявлено в фильме, есть своя коробка, с которой он начинал. Футбол гоняется. Бывают фильмы российского производства, которые там стыдно. Вот за этот фильм не стыдно. Динамичное, захватывающее, острое молодежное кино о дворовом футболе и межнациональных отношениях между подростками собрало полный зал. Посмотреть картину пришли фанаты «Игры миллионов». Ну, мне нравится футбол. Люблю играть. Нравится фильм, хочу посмотреть. Так как я сам раньше играл в футбол, в детстве все это увлекался, поэтому коробка, даже название само было интересно, поэтому я пришел сюда. Поддержал показ фильма и настроил зрителей на футбольную волну многократный призер российских и международных турниров по футбольному фристайлу Александр Донченко. У нас в гостях присутствуют участники футбольного клуба «Скайэнергия». Мы специально их пригласили, чтобы, скажем, они поддерживали атмосферу и вместе с нашими зрителями посмотрели раньше всех на 4 дня этот потрясающий кинофильм. Фильм выйдет в прокат 7 апреля. Посмотреть на сложные взаимоотношения дворовых футболистов можно будет в течение 2 недель. Дмитрий Павленко, Наталья Миронова, Денис Лесников для программы «Настоящее время».